друзья, всех рад приветствовать снова на Баренцевом море. Вышло у нас сегодня солнышко. Время 2 часа ночи. 5 часов утра будет еще прибывать удочка. Вот такую погодку грех не поставить сеточку. Вот я вышел, собственно, с поездом уколом. Ставлю так обычно последнее время. 45 и 25. 25 по-прежнему ждем зельт. А 45 ждем белую, которой тоже нет в последнее время. Все, втыкаюсь. Так, друзья, поставил 45. Попался мне вот такой сижок. Красавчик. Пока ставил. Ну, первый поставил 25. Второй поставил 45. Ставил 45. И прошел до 25-ки. Сик уже в сетке довольно-таки обильно присутствует. Так что иду за мешком. И идем проверять сразу же. Ну вот, ребята, сетка стоит уже минут 15. Предлагаю идти вытряхнуть оттуда зельт. Заодно поглядим 45. Очень мутная вода. Подруга, гуляй. Зашло. Опа. Вечерок маленький. И плавай. Thank you.
нормальная лага такая крупная, гон попадается. Да что ты, блин? Зараза скользкая. Че просто так болтается? Валяется в сетке. Ну что, ребята? Вот у нас 20 минут рыбалки. Типа уже ведро. Какой красавчик попался. 45. Ой. Много камбалы взял. 45-ки. Ну и тут, в принципе, все. Зельть. Уся буду. Пару наложек. Самый первый сик был. Ну так пойдет. Сегодня уже не совсем бедно. Еще минуток 15-20 ждем, снова проверяем. Что прошло еще у нас минуток 10-15. Проверяем снова. Кинуть. О, это белая рыбка. Ох, какой замечательный сижок. Тише будь. Он попадается в самом начале и в самом конце сетки. Замечательный сижук сидит там. Может, пока ничего. Хочу закинуть на грузило эту сетку 45-ку, чтобы была она подальше в море. Сегодня моим соседям попался атлантический лосось. Маленькая надежда, конечно, всегда у всех остается рыбаков. Интересную, приинтересную рыбку. Так, проверяем 45 дальше. Плавай.
Иди плавай. Эту, пожалуй, возьмем. Ты иди плавай. Так. Где тут у нас кто? Какой тут? Ну худой, куда его фото? Это у нас чурочек тут. Уже взять, в принципе, такого. Да ладно, иди плавай. Ну куда ж ты, блядь, плывешь-то? Хочешь, как хочешь. И туда. Так. Что у нас тут получается? За зацепчик какой-то. Опа. Сняли. Отходим от зацепчика. Только что попало, что ли? Маленько перенестись. Ну, что-то совсем тоже неважненько стало. Нифига тут наважено бьется. Ох, ребята. Ой-ой-ой. Вот такая бывает. О, опять. Да иди, мать. Тоже большая. Хорошая. Да. Так-то. Ну все, что ли? Еще какая-то опять навожена. Опять, что ли, навага поперла. Спусти, не кусаем. Блять. Еще одна проверочка закончилась. Что, зацепим еще одну. Оп. Так. Туда. 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 Еще туда. Туда. Опять один хороший сик. Вот такая, конечно, крупнящая наважена. Пустище. А тут у нас скоро будет полная. Надо будет относить. Что ж вы так бьетесь, что вылетаете оттуда?
помаленько. Ну что, минуток 15, курим опять. Ну что, наша проверочка, видите? Так вот как-то. Опять курим без полвидра стал. Ну, в общем, ребята, не стал я брать с собой камеру, ушел минуток 10, наверное, сходил, снова поглядел. Ой, ловчик, думал, ни тебя не будет. Оказалось, в принципе, как обычно, нормальный сижок попал опять. Немного взял. Сейчас беленькая лашка. Еще разик, наверное, проверим. Будет это тоже полное ведро. Да и, наверное, хватит на сегодня. Комбалы немного не полный. Замечательный сижок. Упался опять. Ну. Ну, в общем-то. Практически два ведра зельди с сижиками. Вот так. Там было вот так. Хватит, наверное, нам. Ну, сейчас еще 5 минуток посижу и пойду снимать, там может что-нибудь попадется. Лебеди сели прямо напротив меня. Нередко, конечно, бывает, что садятся в море у нас плавают. Тут парочка. Красавчики. Погребли куда-то далеко в море.
ребят, буду снимать вот эти. В итоге что, два ведра белые. Ну и почти ведро комбовы. Вполне достаточно сегодняшней рыбалки. Так что я снимаюсь, потом еще вам покажу. Итог. Собственно, все. Ну все, друзья, снял осети. Такой улов получился у меня. Маленько сигов. Ну, на ваге сегодня совсем. На пожарку. Ведро комбалы. В общем, ведро комбалы, два ведра белой. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите другие видео. Всем пока-пока.